большой, огромный привет зрителям Москва-24 из Финляндии. Зима продолжается, и ну, самое главное, что настроение было, у нас все хорошее. А когда все границы откроются, вот у меня такие вагончики, где я продаю хачапури в Финляндии. Добро пожаловать, будем встречаться. Ну, конечно, вот сейчас просто время такое сложное, скажем так. Поэтому я думаю, что я не бросил свою карьеру. Хотя сейчас я полностью занимаюсь с хачапурями. Ну, я думаю, что... Потому что сейчас я на самом деле не думал. Нет, ну проектов есть. То есть многие проекты есть новые. Но они просто отложили пока, потому что сейчас это самое... Ну, все понимаем, что такие времена, которые, ну, как-то догадаться, что будет дальше и когда это все закончится, или когда границы откроются, когда это все мы можем жить как-то уже более-менее. Ну, поэтому так получилось, что я 25 лет работал актером. Вот сейчас получилось такое, что у меня, ну, получилось такой год паузы. Поэтому, ну, я занимаюсь сейчас другими. Ну, я думаю, что вернусь в такие любимые профессии, поэтому я думаю, что вернусь.